Первый пошел. Подведены итоги конкурса телезрителей «Мое 1 сентября». В нашу редакцию поступило множество ваших удивительных рассказов и воспоминаний о самом первом дне знаний. Авторы самых оригинальных историй получили призы от партнера конкурса Первого семейного развлекательного центра, билеты в кино и сертификаты. Мы со школы, тем более с моей, с любимой, с родной, мы не расстаемся. Там, где мои учителя любимые, которые встречают меня всегда, привет, как дела и все остальное прочее. Вообще со школы связаны самые, ну, наверное, незабываемые воспоминания. Всем одноклассникам передаю привет, кто меня сейчас видит. Сентябрь месяц для телеканала «Самара ГИС» особенный. У нас начинается череда празднований нашего десятилетия. Будет много интересных конкурсов, проектов, акций, удивительных флешмобов. И здорово, что наши зрители принимают во всех них активное участие. Вас так много в наших социальных сетях, и мы рады, что вы всегда очень трепетно и очень быстро отзываетесь на наши конкурсы. Поверьте, их будет еще предостаточно, и каждый успеет принять в них участие. Напоминаем, что прочитать истории победителей конкурса можно на нашем сайте. Там же регулярно появляется информация о новых акциях и конкурсах. Дерзайте!